Отца и Господа нашего Иисуса Христа, ныне во веки. Аминь. Приветствую вас, дорогая Церковь, в любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня особый день, сегодня день поклонения, сегодня день, который сотворил Господь для каждого из нас. И в этот день мы хотим увидеть лица Господа нашего. Я хотел бы перед богослужением прочитать один текст, записанный в послании евреям, 2 глава, с 6 стиха. Что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что посещаешь его? Немного ты умолил его перед ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, но знаем, что за претерпение смерти увенчан славой и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, производящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания. Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: возвещу имя мое братьям моим, посреди церкви воспою тебя. Аминь. Прекрасные слова, прекрасное ободрение. Господь Иисус Христос наш старший брат, и Он не стыдится называть нас своими братьями. От Него, от нашего Господа все исходит. Жизнь, здоровье, благополучие, возможности, которые у нас есть, сие собрание от Него. Но это не значит, что все это только нам. Все, что от Него исходит, это и для Него. Поэтому сегодня мы хотим посвятить наше служение Господу нашему. Сегодня, как никогда, мы хотим увидеть нашего Спасителя, который претерпел крест, умер там на Голгофе ради спасения наших душ. В этом наше утешение, наша жизнь. Давайте перед тем, как мы приступим к поклонению нашему Господу, помолимся и попросим Его присутствие, Его благословение на нас, на каждого в отдельности, дабы Он был возвеличен и прославлен во всей нашей жизни и в сегодняшнем богослужении. Помолимся Господу нашему. Отче наш, Господь наш и Бог наш, Отец наш, сущий на небесах, во имя Сына Твоего Иисуса Христа мы сегодня собрались в Доме Твоем вокруг Слова Твоего для совместного нашего поклонения Тебе, Богу нашему. Ты достоин всей чести, хвалы и благодарения. Ты вечный Бог, Ты живой Бог, и Ты ищешь живого общения с живыми людьми. Мы благодарны Тебе, Господи, что через смерть Сына Твоего Ты оживил нас новой жизни. И теперь, Господи, имея это утешение и Твое присутствие, мы хотим, Господи, от всего сердца поклониться пред величием Твоим. Мы хотим возблагодарить Тебя и попросить, чтобы Ты сопровождал нас
не только в час общения, но на протяжении всей нашей жизни. Мы нуждаемся в Тебе, ибо все источники сокрыты в Тебе, Боги наши. Мы хотим, Господи, наполниться Духом Твоим Святым, дабы нам вести жизнь, угодную и святую, Тебе, Богу нашему. Благослови нас, благослови общение наше, благослови и слово, которое Ты приготовил для наших сердца. Господи, пусть среди народа Твоего восхваляется имя Твое, и пусть вознесется Тебе честь, хвала и благодарение единому, премудрому, вечно живому, трижды святому Богу от нас отныне и вовеки. Аминь. Поклонимся Господу нашему в песнопениях нашим. Thank you.
Thank you.
Христа, Господа нашего Спасителя. Хороший день, красивый день, который подарил нам Господь, и мы можем находиться в доме Его и поклоняться имени Ему и прославлять Его имя. Потому что наш Бог достоин всей славы. Аминь. Аминь. И мы будем поклоняться Ему не только тут, не только в церкви, не только по домам, но и в вечности тоже. И слава Ему за это, за то, что Он соделал это великое спасение для наших сердец. Хотел бы поговорить сегодня на тему «Молитва к Богу жизненной». Насущная тема, нет? Очень насущная. Мы как христиане, мы призваны молиться, да, это двигатель нашей жизни. Так говорит Слово Божие. Если мы будем смотреть от начала до конца Слово Божие, мы заметим, что мы увидим, не просто заметим, мы проникнемся тем, что люди Божии, дети Божии, спокон времен до сего времени, они всегда были в поклонении перед Богом. Они всегда искали лица Божьего. Они всегда поклонялись перед Богом. Они искали Его в песнопениях, они искали Его в молитвах, они искали Его в Слове. И это было для них стимулом жизни. Это было как, не знаю, как самым важным для них в жизни. Иметь личные отношения с Богом и иметь живые, не просто личные отношения с Богом. Хотел бы прочитать два стиха со 140-го псалма. Псалом Давида. «Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне. Внемли голос умоления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам пред лице Твое. Воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Не знаю, если можно найти в Писании более молящегося человека, чем Давид, которым был назван мужем по сердцу Божьему. Если вы читаете псалмы или читали и будете читать, обращайте внимание, насколько он, его сердце, не то что приковано, оно просто наполнено Богом. Оно всегда ищет Бога. Неважно, в песне, в молитве, в радости, в печали, в горе. Он всегда сокрушается перед Богом. Он всегда ищет поддержки у Бога. Молитва – это беседа или разговор наш с Богом. И мы все это знаем. Это не что-то сверхъестественное, как некоторые думают. Но также это не может поддаваться логике какой-то. Это интересно, потому что Бог так работает с нашими сердцами, с нашими умами. У нас все от Бога. И нет ничего своего. Наша жизнь, наши способности, наше здоровье, все, что нас окружает, все, что мы имеем, дано нам Бог. Признаем мы это или нет, но это факт. И об этом говорит Слово Божие, что Бог дает жизнь всему, и Бог все устраивает. Поэтому и в радости, и в печали, когда что нам нужно, мы должны обращаться к Богу с молитвой. Не просто должны, это должно наполнять нашу жизнь, это должно исходить из нашего сердца. Потому что человек, который имеет личные взаимоотношения с Богом, который живет с Богом каждый день, он не может оставаться равнодушным. Он будет взывать Господа. Почему? Потому что Он твердыня его жизни. Тоже слова Давида. Потому что Слово Господь, да, это признание чего? Величие Божие. Да? То есть он признает, что он под каким-то авторитетом. То есть человек верующий, он признает Божий авторитет всегда. Если человек не признает Божьего авторитета, то его жизнь с Богом, она не может быть насыщенной. Он не может молиться Ему, он не может искать Его в молитвах, он не может поклоняться Ему. Он будет искать все, что Ему угодно, но не только того, что хочет Господь. Трудно вообще себе представить христианина, который не молится. Ну реально, я лично не могу себе представить христианина, который не молится. Бывают, конечно, моменты, что пришел поздно с работы, лег и рано надо идти, какая-то нагрузка и так далее. Но человек, который живет Богом, его жизнь, она молитвенная жизнь. Это не так, что он ходит целый день с закрытыми глазами, стучит столбом об разные, там, не знаю, стенки, в троллейбус не может войти еще и так далее. Знаете, фарисеи так поступали. Они, когда видели женщину, пример такой, они видели женщину на улице, и они что делали? Они закрывали свои глаза, поворачивали голову. Главное, чтобы не искушаться или еще что-то. И вот они так ударялись об
головами своими об стены, там сбивали других людей. Зачем? Кому это нужно? Жизнь с Богом – это жизнь. Это не какие-то потемки. Это жизнь во свете. И это истина, о которой говорит Слово Божие. Поэтому многие люди называют себя христианами, но понятия не имеют, что такое молитва, для чего она, какую роль она играет вообще в жизни. И мы знаем, что есть такая поговорка: как тревога, так до Бога. Ну, так люди говорят. И люди часто обращаются к Богу. Они молятся, может быть, по каким-то молитвословам, там, я не знаю. Обращаются к разным там, не знаю, гадателям, к разным людям, просят еще что-то. Но они понятия не имеют. Они хотят что? Удовлетворить свою личную потребность, свой личный внутренний мир, для того, чтобы им было хорошо, для того, чтобы у них все было классно в жизни. Но признание Божьего авторитета не подразумевает того, чтобы человек искал своего. В первую очередь, мы знаем, Писание говорит: ищите Царство Божие, и остальное все вам приложится. И это реальность нашей жизни. Пока мы не преклонимся перед Богом, наша жизнь, молитвенная жизнь, она не будет вообще успешной, если можно так назвать. Для того, чтобы к кому-то обратиться, человек хочет быть удостоверен в том, что эта личность, она компетентна. Правильно? Ну, так вы не можете подойти к кому-то на улице, просто попросить его там, не знаю, пойти снять вам со счета деньги ваши и принести. Вы не уверены, что он принесет их вам обратно. И это так. Это немаловажный фактор, когда мы знаем, к кому мы обращаемся. Например, у человека начинает пошаливать сердечко. Да? Обычно после, не знаю, 40-50, кого-то раньше начинает давать сбой сердца. И человек, естественным образом, должен кому-то обратиться. Он говорит: ладно, пошаливает мотором. Но он не обращается к автослесарю, правильно? Потому что там тоже есть слово «мотор», как мы его употребляем, да? И он тоже отвечает за колоссальную работу в машине. Он, конечно же, не пойдет к нему, он пойдет к врачу, компетентному, кардиологу, который имеет образование, который понимает суть этого вопроса, этой болезни, который может помочь ему конкретно в этом. Он будет искать этого человека. Он будет спрашивать у кого-то, если он не знает. Но он не станет просто так на улице кому-то обращаться: «Ой, у меня болит сердце, сделай мне что-нибудь». Это экстренный, может быть, какой-то случай. И мы все знаем, что люди могут упасть на улице, и мы должны быть готовы к этому. Если есть какая-то таблетка, да, человеку, если это сердце, валидольчик или там еще что-то. И это важно. Но мы все хотим, чтобы люди, к которым мы обращаемся за какой-то помощью, они были компетентны в этих вопросах. Чтобы они знали конкретно, как отвечать нашим нуждам в тот момент. Начиная молиться, человек не думает о том: ну, помолюсь, может быть, и что-то произойдет. Хотя и такие есть. Люди все разные, мы это все знаем, мы все с вами люди. И обратиться в молитве к Богу может, конечно же, любой человек. Бог не запрещает кому-то обращаться, кому-то не обращаться и так далее. Обратиться может любой человек. Обычно впервые в молитве обращаются кто? Люди, которых постигло какое-то несчастье. Но это реальность жизни. Когда человек оказывается перед какими-то проблемами, или у него что-то не так в жизни, он что, бежит к Богу, как я сказал, как тревога, тогда Бог, да? Ну, это не я сказал, это чьи-то слова. Я их использую просто. И когда люди сталкиваются с этими проблемами, они обращаются к Богу. Кто-то обращается всерьез, кто-то нет. Кто-то лишь для того, чтобы угодить себе, а кто-то всерьез задумывается о своей душе. И это хорошо, если они задумываются о своей душе. И это может быть страх, стресс, какие-то разочарования, беды, там, смерть близких и так далее. И все мы когда-то испытывали подобного рода проблем в нашей жизни. Может быть, даже некоторые из нас вследствие таких стрессов, проблем обратились ко Христу. Через веру, через покаяние. Потому что
Наше сердце, мы не смиряемся перед Богом просто так. Пока Бог нас не накроет, мы не смирим свое сердце. Мы не смиримся перед Ним и не начнем понуждаться в Нем. Подобно человеку, который обнаружил проблему со здоровьем своего сердца и обращается к компетентной личности, то есть к авторитету, к врачу, так же и мы не можем, мы должны и можем мы. Это единственный, наверное, наш путь — обращаться к Богу, потому что Он наша надежда, Он наше упование, Он наша каменная твердыня, Он спасение наше. И можно перечислять и перечислять. Без признания Божьего авторитета можно кричать в самый громкий микрофон, через самую громкую колонку, которая бы не была в этом мире, и остаться неуслышанным. Почему? Потому что Бог лучший кардиолог, и Он видит сердце человека. Он знает, почему он обращается к Нему. Следствие того, что человек признает Божий авторитет в своей жизни, это является уверенностью в Боге, потому что уверенность в Боге дает силу для молитвы. Следующим составляющим, как я сказал, это является уверенность в Боге, да. Человек обретает уверенность, он понимает, что есть кто-то, кому он может доверять, кому он может обратиться, кто может помочь, кто может направить его, да. И потому он может обращаться непосредственно к самому Господу. Не обратиться к человеку или еще кому-то, но к самому Господу, который знает его сердце, который может выйти навстречу и помочь ему. И мы обращаемся через молитву, конечно. Невозможно иметь уверенность в том, кто не отвечает тем критериям, которые необходимы для достижения результатов. Как мы уже приводили иллюстрации, да? И дальше. Когда человек стоит перед дверью кабинета этого врача-кардиолога, он не стоит просто так, что время проведу здесь немножко, может быть, что-то получится. Он уверен, что за этой дверью находится тот человек, та личность, которая сможет ему помочь. И когда мы обращаемся в молитве к Богу, мы должны быть уверены в том, что Бог ответит, что Бог отвечает на наши молитвы, что Бог слышит нас, что Богу не безразлична наша жизнь. Богу не безразлично, где мы находимся, на каком отрезке жизненном пути, в каком состоянии наш внутренний мир, наш человек, наше сердце. Бог всегда хочет работать в нашем сердце. Поэтому Он долготерпелив и многомилостив. В этом говорит Писание. Это очень важно. Поэтому Давид и говорит: «Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, вне мне голос умоления моего, когда взываю к Тебе». Он понимает, что в Боге его надежда, Бог его утешит. Так как мы обретаем уверенность в Боге, мы можем и должны стремиться к тому, чтобы всем своим сердцем обращаться к Нему, к Богу нашей жизни. Это тоже слова Давида: «Бог моей жизни». Да, это 41-й псалом. Мне очень нравится. Там говорится о том, как лань потоком бежит, да, как жаждет душа моя по тебе. То есть это обращение Давида к Богу. И в середине этого псалма он говорит такие слова. Молитва к Богу жизни моей. Середина 9 стиха. Вернее, вторая часть 9 стиха. Он осознает и понимает, что у него есть авторитет в жизни, и он доверяет, и он идет за ним, и он никогда не поколеблется. Таким образом поступали и поступают верующие люди, и будут поступать, потому что они надеются на Бога, они уповают на Него, и они ищут общения с Ним, они жаждут этого общения, как подобно этой лани, которая жаждет к потокам живой воды. Все мы прекрасно, конечно, знакомы, мы уже упоминали Давида, да, и апостола Павла. А труды Давида пронизаны признанием Господа и уверенностью в Нем.
Отсюда его молитвенная жизнь, отсюда мы можем видеть в псалмах, как он, какая у него была жизнь в Боге, какие у него были взаимоотношения с ним, как он постоянно обращался к нему, независимо от чего, какие проблемы у него были, он всегда обращался к Богу в радости, в печали, в горе, в переживаниях. Он обращался к нему. Читайте псалмы, и вы увидите, насколько близок был Давид с Богом. Это очень важно, друзья. Это, если читая псалмы, мы можем увидеть, как строить взаимоотношения с Богом. Потому что мы такие же люди, как и Давид, как и те люди, которые жили тогда. И Бог также работает с нашими сердцами. И хочет работать, и хочет их преображать все больше и больше в образ Иисуса Христа. Для того, чтобы наша жизнь, она была благоуханием Христовым. Апостол Павел в своих посланиях не раз делает акцент на молитву, что говорит о том, насколько это важно. Он как сам молился, так и призывал всех молиться. Мы не будем все перечислять. Есть послание к Колоссянам, послание к Тимофею, в Римлянах. Во всех посланиях апостол Павел пронизывается вот этой глубиной. И он говорит всем, ребята, братья, сестры, друзья, это важно, это наша жизнь, это наша сущность. Мы должны постоянно контактировать с Богом, да, быть на связи. И это важно, потому что это дает нам силу, силу двигаться вперед. Конечно же, пример Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа является самым лучшим примером. Он показал нам пример того, что мы должны делать. Да? И не только молиться, но во всем Он был для нас примером. И образцом молитвенной жизни христианина, конечно же, считается жизнь Иисуса Христа. Так как вера и разумность и необходимость молитвы покоятся не на логике, а в первую очередь на Его примере и Его учении. Все мы идем по стопам Его, потому что Он наш Господь. Мы призвали Его авторитет. Поэтому мы исследуем за Ним. Поэтому мы берем с Него пример. Иисус молился. Он учил учеников, говорил, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть вам в искушение. И это важно. Потому что наша жизнь постоянно в каких-то опасностях, постоянно в каких-то искушениях. Мы атакуем ее извне, да? То есть атакуем ее собственной плотью. И мы должны бодрствовать всегда в молитве. Об этом призывает и Христос, и Писание. Если какая-то жизнь могла обойтись без молитвы, то это была бы жизнь, конечно же, Христа. Потому что Он был безгрешным, был Сыном Человеческим, обещанным Мессией. Если она была бы бесполезна и малонужна, то мы могли бы ожидать, что о нем мало упоминалось бы в его жизни и учении. Но нет, не так. Она владела его жизнью. Христос был проникнут на молитву. Это была существенная составляющая его жизни. В молитве он черпал силы исполнить и осуществлять совершенную, но требующую от него всего волю Отца и его Небесного. Мы все прекрасно знаем, что Христос говорил такие слова. Я пришел исполнить не свою волю, но волю Отца. Поэтому Он обращался к Отцу. Для Него молитва была не заданием, вызывающим Его противодействие, а потребностью, приносящей радость. Друзья, когда мы молимся, это должно быть радостью в нашем сердце. Даже если это переживание, даже если это проблема. В таких обстоятельствах, зная, трудно радоваться. Но радость в том, что Бог – наше утешение, Бог – наша надежда, Бог нас укрепляет. И это так. Часто Христос уходил в пустынные места и молился. Что говорит и нам о том, что иногда мы должны сосредотачиваться на внутреннем своем человеке, следить за ним, тренироваться, да, как спортсмен. В молитве, но мы тренироваться должны в молитве и делать это с постоянством. Молитва к Богу жизни. Обретая верность в Боге, верующий все более и более должен укрепляться
укреплять свою молитвенную жизнь, потому что через это он может укрепляться и возрастать в Боге, а также встать в проломе за мной. Конечно же, наша жизнь поглощена множественными делами, суета и так далее. Мартин Лютер, известный реформатор, уделял молитве главенствующую роль, потому как понимал, что его жизнь в руках того, с кем никто не может сравниться. Часто мы находим много аргументов к тому, что у нас не хватает времени. И эти аргументы у всех разные. У кого-то учеба, у кого-то работа, у кого-то проблемы, у кого-то кто-то строит свою личную жизнь, кто-то болеет и так далее. Список можно продолжать. Мы все знаем прекрасно, когда мы отговариваем себя от такого процесса. Для сильного занятого Мартина Лютера усиленная работа была, наоборот, аргументом к тому, чтобы молиться. В ответ на то, какие планы у тебя на сегодняшний день, он отвечал, цитирую, «Работа, работа с утра до вечера. И на самом деле мне так много сделать, много надо сделать, что первые 3 часа я буду проводить в молитве». Удивительная посвященность. Человек, который познал авторитета в своей жизни, который есть Христос, Бог, доверил свою жизнь Ему, и он понимает, что без коммуникации с Ним, без общения с Ним, без личных отношений с Ним, у него не сможет налаживаться его жизнь, она не будет полноценной. Апостол Павел часто призывал к молитве, и одним из его призывов был обращен Тимофея, это первая глава Тимофея, первая глава, первое послание к Тимофею, вернее, вторая глава, с 1 до 6 стих. И также прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человек, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство. То есть апостол Павел обращается к Тимофею, обращается к церкви в Ефесе, и он призывает верующих молиться. Молиться в постоянстве, в других местах говорится, в постоянстве, да. То есть и молиться не только о своих нуждах, молиться о властях, молиться о всех людях, о том, чтобы Бог даровал им спасение, потому что этого хочет Бог. Лично я, мое желание моего сердца, чтобы каждый человек был спасен. Почему? Потому что этого хочет мой Бог. И я солидарен с его мнением. Я признаю его авторитет в моей жизни, и я доверяю свою жизнь ему. Я обращаюсь всегда к Нему, потому что моя молитва – это молитва к Богу моей жизни. Бог. Поэтому Давид говорит, да направится молитва моя, как фимиам прильется, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Он осознает и понимает нужду в Боге. Он понимает, насколько это важно. В заключение хотел бы прочитать одно стихотворение. Написал его Любовь Васильевна, молитва церкви. Враг тенью по следам твоим скользит. Его не бойся, он души не сломит. Если у тебя не хватит сил, вся церковь встанет за тебя в пролом. На душу, кажется, висят восток. Умножились ряды во вражьем стане. Ты руки опускаешь, ты устал, но церковь за тебя в проломе встанет. Стрела другая, счета стрелам нет. Почти не бьется раненое сердце. И наяву ты плачешь, и во сне, но встанет за тебя в проломе церковь. Поднимутся молитвы, как стена, вокруг души, измученной борьбой. Обезоружен будет сатана, он ничего не сделает с тобой. Молитесь друг за друга, Бог сказал, противостаньте дьяволу молитвы. И там, где одному стоять нельзя, нам вместе нужно выходить на битву. Не в одиночку, но плечу плечо. Встать против злобных вражеских отрядов, и Господу молиться горячо, с надеждой к небу устремляя взгляд. Вся церковь встанет за тебя, мой друг,
и враг торжествовать тогда не смог. Но ты не отпускай уставших рук, и сам не сомневайся в силе Божьей. Запомни, ты не одинок в борьбе, и церковь за тебя готова биться. Но в час, когда Бог силу даст тебе, ты за другого будь готов. Toate tânețele ciune și putere și iubire, Doamne, vrem să ascultăm cuvântul Tău. Azi venim în fața Ta, dă-ne, Doamne, harul Tău, să fim vii într-o împărăția Ta, trezește-ne din nou. Doamne, atinge-ne din nou, peste noi Tu mâna Ta s-o pui și lumina Ta să ardă în noi, prin puterea Duhului, pune-o dar nu pentru o zi, ci să ardă în veșnicii. Doamne, mulți au obosit și în inimi sunt răniți, vindecarea lor e doar în mâna Ta. Să te atingi de fiecare cu puterea crucii Tale, să fim vii într-o împărăția Ta, trezește-ne din nou. Doamne, atinge-ne din nou, peste noi Tu mâna Ta s-o pui și lumina Ta să ardă în noi, prin puterea Duhului. Doamne, atinge-ne din nou. Doamne, atinge-ne din nou. Peste noi Tu mâna Ta s-o pui și lumina Ta să ardă în noi, prin puterea Duhului. Pune-o dar nu pentru o zi, ci să ardă în veșnicii în noi, cu adierea Duhului Tău Sfânt. Doamne, atinge-ne din nou. Adierea Duhului Tău Sfânt, Doamne, atinge-ne din nou.
первую главу. Перед хлебопреломлением хочется обратить внимание наше на некоторые слова, которые апостол Петр записал для церкви. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога, Христа Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества или божественной природы, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, добродетель рассудительность, в рассудительности воздержание. В воздержании терпение, в терпении благочестие, благочестие братолюбие, в братолюбии любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода и познаний Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Цель Петра, когда он писал эти слова, была следующая. Делайте твердым ваше упование. Твердость во Христе – это то, о чем бы я хотел сегодня говорить. Петр очень интересная личность, и мы уже не раз говорили о том, кто он такой, и как он прославился в этой жизни во время ученичества, когда он был рядом с Христом. После этого, когда-то Христос обратился к Петру и сказал: «Симон, Симон, вот сатана просил сеять вас, как пшеницу». Другими словами, дьявол готов бросить на вас все свои силы. И он говорит такие слова, это Евангелие от Луки, 22 глава: «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела твоя вера. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». И это то, что здесь делает апостол Петр. Он утверждает своих братьев. Все так и получилось. Дьявол действительно бросил все свои силы против Петра, учеников и последователей Христа. И Петр отпал, но он потом обратился. И когда он обратился, когда он покаялся, когда он стал первым проповедником, первым пастором церкви, то, что Петр хотел сделать, это утвердить своих братьев. Поэтому он писал и первое послание, и второе послание. Второе послание Петра написано в контексте лжеучителей, которые должны были прийти. Потому что в основном Петр пишет там о лжеучителях. Петр пишет о том, что придут люди, которые будут смущать церковь, которые будут смущать других верующих, которые будут привлекать их своими красивыми, льстивыми словами. И он предупреждает, чтобы ни в коем случае христиане не последовали этому, но чтобы они остались твердыми и верными Иисусу Христу. Петр во втором послании говорит о том, что скоро придет Господь Иисус. Он говорит о втором пришествии Христа. Что всему этому вот эти все события должны произойти. И мы с вами живем в примерно такое же время, когда есть много лжеучений, и когда Христос уже близок. Христос сегодня ближе, чем когда Петр писал второе послание Петра. Свое второе послание к церкви, к христианам. Христиане, которые должны были получить это письмо, они жили в северной восточной части Турции, современной Турции сегодня. Тогда это называлось, по-другому назывался этот регион.
Малая Азия. Были верующие, которые нуждались в том, чтобы услышать Слово от Господа. И Петр хотел утвердить их, чтобы они были утвержденными христианами. Чтобы ничто не сбило их в следовании за Господом. Давайте мы посмотрим, что Петр здесь хотел сказать для нас с вами. Первое, это что утверждение человека верующего, утверждение его веры, сила его веры приходит через знание. Всегда через знание, в первую очередь. Второй стих. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Петр, который когда-то был сам неутвержденным. Помните, да, как он рвал на себе майку и говорил: Христос, если все от тебя отвернутся, я готов. И он первый предал Христа публично. Он когда-то сам был неутвержденным. Не был готов пострадать за Христа, сейчас оставляет верующим людям наставление о том, что они должны иметь растущее знание Господа. Он говорит, мир и благодать этому человеку умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Знаете, знать что-то очень важно. Когда вы беретесь за какое-то дело, важно это дело очень хорошо изучить, так или нет? Если человек плохо что-то изучает, у него есть большие шансы промахнуться. У него есть большие шансы больше сломать, чем построить. Поэтому люди, когда берутся за что-то, они должны хорошо этот предмет, или это задание, или это дело очень хорошо изучить. Если они плохо его изучают, у них мало знаний, соответственно, они мало знают, что надо сделать, соответственно, у них результаты тоже такие будут в жизни. Те, кто мало знают, их легко обмануть. Таким людям трудно жить. Они постоянно спотыкаются. У них всегда не хватает каких-то знаний. Их жизнь далеко не легкая. Вы знаете, человек верующий должен расти в знании Христа. Он должен с каждым днем лучше и лучше его познавать. Лучше и лучше знать его. Кто из вас занимается этим сознательно? Не надо поднимать руку. Спроси себя. Знаю ли я сегодня Христа лучше, чем я вчера его знал? Знаете, Господь иногда допускает нам радостные моменты, чтобы мы знали его лучше. Иногда Господь допускает трудные моменты, чтобы мы знали его лучше. И от обстоятельств наша жизнь не меняется. Она просто выявляет, как хорошо мы знаем нашего Господа. Поэтому все приходящее от руки Божьей, оно содействует тому, чтобы мы знали и знали его лучше. Вы знаете, знание умножает благословение. Эти благословения, первое, благодать, а второе, мир. Благодать – это что-то внешнее, что приходит в жизнь человека. Что такое благодать? Даже русское слово, да? Оно значит два слова. Благодать. Это значит, что кто-то дает какое-то благо. Греческое слово означало следующее. Оно означало незаслуженный подарок. Слово «кариес» – незаслуженный подарок. Не тот кариес, да, который мы привыкли, а другой. Вот Бог дал нам действительно много незаслуженного. Наше спасение, наше прощение грехов – первое, что это Божья благодать, это незаслуженный подарок Божий. Наши взаимоотношения с Богом – это тоже Божий подарок, тоже незаслуженное. Благословение, которое Господь, все, которые Он дает нам, ничего из этого не может быть заслуженным. Понимаете, мы, будучи грешниками, знаем очень хорошо, даже если мы работали и считаем, что нам должны выдать зарплату, это все равно не заслужено. Это все равно Божий подарок, это все равно Божья благодать, это все равно милость Бога, которую Он к нам являет. Человек, который познает Христа больше и больше, знаете, чем он больше и больше проникается? Он проникается Божьей благодатью, осознанием того, что он ничего в этой жизни не заслуживает, что все это Божий дар, это Божий подарок для него. Аминь. Кто из вас живет так, вот как Петр говорит, осознавая, что все, что ты имеешь, это Божий дар тебе? Есть такие люди? Слава Богу, конечно. Нам необходимо сдаться Богу, перестать претендовать на что-то. Перестать считать, что нам должны, что Бог нам должен,
что люди нам должны, что жизнь нам что-то должна. За наши грехи нам единственное, чем можно воздать, это вечным наказанием. Нам никто ничего не должен. Если Бог тебе что-то дал, благодари Его, потому что это Божья благодать в твою жизнь. Бог также умножает мир в благословение внутреннее. Не только внешнее, но и внутреннее, когда у человека есть умиротворение внутри, в его сердце. Когда он живет и понимает, что мир с Богом он не заслужил. Это тоже Божья милость, это тоже Божье благословение. Вы знаете, жить в мире с Богом – это великое благословение. Жить в покое сердечном – это великое благословение. Я когда смотрю очень часто на людей мирских, как они пытаются чего-то в этом мире добиться, и они добиваются, знаете, чего они только не добиваются? Они не добиваются мира. Очень хотел вот, жениться на этой женщине, женился, но мира в сердце не получил. Очень хотел заработать денег, заработал, но мира в сердце не получил. Очень сильно хотел куда-то съездить, съездил, вернулся, но мира в сердце нет. Мир в сердце дает только наш Господь. Вы знаете, чем больше мы познаем Иисуса Христа, тем больше умиротворения Бог приносит в наше сердце. Давайте мы будем познавать Христа больше и больше, чтобы Божья благодать умножалась в нашей жизни, и чтобы Божий мир умножался в нашем сердце. И дай Бог, чтобы мы все были, как написано в первом псалме, что этот человек будет как дерево, посаженное где? У потока вод. Его корни где всегда? В воде, правда, да? И когда корней не видно, но видно, что его лист всегда зеленый, он никогда не вянет, и у него всегда есть плод, и плод хороший. И написано, что во всем, что он не делает, он что? Он будет успешным человеком. Почему? Потому что он посажен в Господе. Его знание Христа умножается каждый день. Друзья мои, читайте Слово, молитесь, прославляйте Бога. Это закономерность, которая даст хороший плод. Человек, который не пребывает в этой закономерности, никогда не будет иметь хорошего плода. Может быть, какой-то плодик временный, который рано или поздно сгниет. Наоборот, люди, которые не преуспевают в познании Господа, эти люди никогда не... Они никогда не утвержденные. Они всегда как будто бы ходят на зыбучих песках. Вот-вот провалятся. Далее, знание дает целостность жизни. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славой и благостью. Опять же, целостность жизни человека приходит из познания Христа. Это очень важно. Я смотрю на некоторых людей, я понимаю, насколько их жизнь отдалена от Бога. Мне очень грустно иногда. Вот они претендуют на что-то, они о себе что-то заявляют, но на самом деле там нет никакого плода по-настоящему. У них есть определенные желания, которые они высказывают, но там ничего нету. Почему? Потому что нет целостности в жизни. Бог говорит, что я вам все дал, абсолютно все, для жизни и для благочестия, то есть для почитания меня. Вы знаете, что человек верующий, это человек, который по идее не испытывает никакой нужды. Аминь или нет? Ну, у нас же есть нужды. Аминь, правда? У нас есть нужды для чего-то, но для жизни, для почитания Бога нам все дано. Я заметил такую интересную закономерность. Человек, который благодарен Богу за то, что имеет, и берет все это и использует для почитания Бога, спроси его, в чем он нуждается. Вы знаете, такой человек никогда не скажет, что он в чем-то нуждается. Он скажет, мне Бог все дал уже. Да, может, материальные, плотские какие-то, временные вещи, есть желания чего-то и нужды какие-то. Но на самом деле такой человек скажет, я Христа имею, и мне это достаточно. Потому что я ничего не принес, ничего не унесу из этого мира. Я имею Христа, и слава Богу, и этого достаточно. Нам все дано для жизни и благочестия. Достаточен ли нам только Христос? Я себя задаю очень часто такой вопрос. Витя, тебе Христа на сегодня хватает?
Вот даже если тебе никто ничего не даст, и даже если ты не получишь то, что ты желаешь, более того, даже если ты лишишься того, что имеешь, достаточно ли тебе будет только Иисуса Христа для того, чтобы почитать Господа? Вы знаете, я каждый день для себя хочу иметь ответ «да». Я не хочу сказать, что всегда такой ответ. Но я хочу для себя иметь такой вопрос «да». Такой ответ «да». Мне достаточно только Христос. Мне больше ничего не надо в этой жизни. Нужд много. Христос – это ответ. Почему нет почтительности к Богу у людей? Пророк Иезекииль, когда-то, видя жизнь израильского народа, Бог через Иезекииля обратился к израильскому народу и сказал такие слова. 14 глава 4 стиха. «Посему говори с ними и скажи, так говорит Господь Бог». Я знаю, что Иезекииль не часто цитируется. «Так говорит Господь, если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим. Смотрите внимательно, он дальше говорит. И придет к пророку. Человек, с одной стороны, делает себе идол, надежду какую-то видит в чем-то. Но потом он идет к пророку, чтобы вызывать к Господу, чтобы искать Бога. И Господь говорит, то я Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Почему почтения к Богу нету? Потому что мы не можем выставить какого-то идола и в то же самое время почитать Бога. Или один, или другой. Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня. Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, обратитесь, отвратитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших, отвратите лицо ваше. Познание Бога требует определенного решение в сердце человека, чтобы жизнь была целостной, чтобы было почитание Бога по-настоящему. Еще одно, знание делает нас частью Божьей природы. Чтобы через них, написано, через драгоценное обетование, мы сделались причастниками Божьей природы, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Природа человека грешная. Природа для человека без Бога, тем более грешная. Природа человека нового – это природа, которая борется с плотью и искушениями. Но есть Божья природа, совершенная. Это образ, которому мы должны, в принципе, вторить в этой жизни. Образ, которому мы должны стремиться в этой жизни. Причастниками греческое слово «коинония» означает общение, когда у них есть что-то общее. Есть ли у нас что-то общее с Божьей природой? Конечно, есть. И более того, Петр говорит, что если мы будем знать Божьи обещания, Божьи обетования, и будем верить в них и стоять в них, то у нас больше и больше будет общего с Господом. У нас больше и больше мы будем становиться причастниками, частью Его природы. Это путь нашего освящения, это путь Божьих обещаний и нашей веры в Него. Если вы не знаете много Божьих обещаний, начните с самого важного. С обещания прощения ваших грехов. Начните Бога благодарить за это обещание. Читайте Слово, там много обещаний Божьих. Чем больше вы будете их знать, тем больше Бог становится причастником вашей жизни. Тем больше общего будет у вас с Господом. Потому что Бог свои обещания сдерживает и абсолютно все сдерживает. Нужно знать и нужно удаляться от растения вот этой похоти, которая царствует в этом мире. Петр в первом послании, в прошлый раз мы говорили, писал такие слова: «Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу вашу». Да, твердый христианин – это христианин, который умножает свое знание, знание Иисуса Христа. Это означает, что Бог умножает благословение в его жизни, благодать и мир. Это означает, что Бог дает ему целостность жизни. Это означает, что Бог делает частью его своей природы. Но это еще не все. Утверждение в жизни должно быть через практику. Все, что мы знаем, нужно воплощать в жизнь. Практически жить этим. Если ты много знаешь, но не применяешь это,
Толку нет в этом никакого. Только что я знаю, как построить мост через, не знаю, Донченское озеро. Только что я знаю, как это сделать бесплатно. Толку в этом нет никакого, если я не берусь и не делаю это по-настоящему. Вы понимаете, да? Знания должны быть применены. Тогда приходит твердость в вере. Практика – это труд. Поэтому говорит, по этой причине, когда вы все знаете, когда Бог дал вам все это жизнь, прилагайте к всему все старание. Не 10% твоей жизни, не 15, не 20. Все 100% твоих сил. Приложи старание. В вере вашей покажите добродетели, другими словами, моральное превосходство. Когда ты делаешь доброе дело, пусть оно будет морально чистым, правильным перед Богом. В добродетели покажите рассудительность. Человек, который прилагает все старание, он будет все делать очень рассудительно, не глупо сломя голову. В рассудительности покажите, написано, воздержание или самоконтроль. Это очень трудно. Это очень трудно для многих сегодня. Очень много рассудительных. Очень мало людей, которые могут контролировать свою жизнь. Воздержание или самоконтроль проявите терпение, выносливость, твердость, стойкость, терпение, благочестие или почитание Бога, в благочестии братолюбие, а в братолюбии любовь агапа. Вы знаете, в мире намного тяжелее сделать себе имя, чем получить образование. Да, образование получить не так сложно. Достаточно в это вложить немного времени и все. Но имея даже самое лучшее образование, если человек не сделает себе имя на этом образовании, оно бесполезно. Люди успешные – это люди, которые смогли сделать себе имя. То есть, они так много трудились для того, чтобы их авторитет был незыблемым. Что когда-то кто-то упоминал их имя, не надо было идти и проверять. Почему? Этому человеку можно доверять. У него репутация есть определенная. У него есть определенное имя. Почему? Потому что он утвердил себя как квалифицированный работник. Ему можно доверять. Но на это нужен труд. Это забирает годы. Нужно практиковать Слово Божие в своей жизни. Для того, чтобы вам кто-то мог поверить. Для того, чтобы люди могли вам довериться. Для того, чтобы Бог что-то нам доверил. Нужно вложить труд. На труд нужно время. Нужны силы. Поэтому Петр говорит, приложите все старание. Сколько нам надо времени, чтобы потерять самоконтроль? Скажите, пожалуйста. Достаточно пустить вокруг нас, вокруг некоторых из нас, маленького ребенка, который в своей греховной природе просто ас. Многие люди очень быстро теряют самоконтроль над собой. Сколько нужно времени, чтобы потерять стойкость в чем-то? Достаточно усилить искушение. Сколько нужно времени, чтобы потерять терпение? Достаточно подарить часы, которые никогда не сбиваются, да? Я столько его уже, что его еще здесь нет. Сколько нужно времени, чтобы потерять любовь? Все это очень надо мало времени. Но вы знаете, чтобы все эти благословения стали частью нашей жизни, для этого нужно немало времени. Вы согласны? Научиться контролировать себя, когда вокруг тебя ребенок, который, ну, которого трудно контролировать. Научиться воздержанию, когда тебя раздражает. Научиться любить, когда тебе делают зло. На это нужно. Но вы знаете, человек, который вкладывает свою жизнь, когда это труд для него, работа, каждый день, такой человек строит для себя определенное имя, определенную репутацию. Нужен ли добродетель? Конечно. Если конец этого добродетеля – любовь. Нужна ли рассудительность? Конечно, но рассудительность должна питаться любовью агапы. Нужно ли воздержание? Да, но оно возможно только если любовь агапы. Нужно ли терпение в нем расти? Конечно, но только если есть любовь агапы.
Я очень часто слышу, как люди говорят, они меня так раздражают. Я понимаю, что этот человек не имеет любви агапи к тем, кто его раздражает. Нужно ли благочестие, настоящее почитание Бога? Конечно, но это возможно, если есть любовь агапи. Братолюбие, оно может быть только если есть любовь агапи. Практика – это труд, также практика – это умножение. Если у вас это есть, Петр говорит, и умножается, то вы не останетесь без плода. Чтобы стать призером на соревнованиях, необходимо трудиться, и трудиться много. Если человек что-то практикует, это означает, что у него будет приумножение. Вы знаете, люди, которые практикуют грех в своей жизни, они никогда не останавливаются. Они этот грех всегда будут умножать. Почему? Потому что они его практикуют. Человек, практикующий грех, будет умножать грех. Человек, практикующий праведность, будет умножать праведность. Оно всегда так. Всегда. И один медаль получит, и второй медаль получит. Оба пересекут финишную линию. Правда, разные медали и разные награждающие будут. Тем более, если мы будем практиковать то, о чем Господь говорит, мы сможем в этом преуспеть, мы сможем это умножить. Кто бы из вас не хотел умножить терпение в своей жизни? Есть такие люди? Нет. Нет таких? Нет. Кто бы из вас не хотел приумножить воздержание или самоконтроль? Я бы хотел приумножить себе. Кто из вас хотел бы приумножить братолюбие? Надеюсь, всем. Это надо практиковать. Если прилагаем старания, Петр говорит, вы не останетесь без плода. Практика – это вознаграждение. Ни один олимпийец не начинал с золотой медали. Все начинали с чего? Бегали во дворе по кругу друг за другом. Потом начали где-то тренироваться. Потом в школе. Потом какую-то секцию спортивную. Потом из этой секции на каких-то чемпионатах, на каких-то соревнованиях. Где золото, где серебро, где бронза, где потертые колени. А где позоры, слезы? Но человек, который тренируется и приумножает, рано или поздно он получает успех. То вы не останетесь без успеха и плода, посмотрите, в чем? В познании Господа нашего Иисуса Христа. Посмотрите, какой замечательный плод приготовил человеку Господь. Он вначале говорит, вам нужно познавать его. А потом говорит, если хотите умножать познание, практикуйте то, о чем я говорю. Плод труда. Недавно была история о человеке, который целый месяц питался в Макдональдсе. И он сдал все тесты в начале, и через месяц после этого опять сдал тест. Может, кто-нибудь слышал из вас про эту историю. И результаты были, его здоровье намного хуже, чем до того, как он начал питаться. Он просто там целый день, три раза в сутки там кушал, десерты все там, и плод был очевиден. Практика привела к какому-то финалу. Его здоровье было разрушено во многом. Утверждение через знание умножает Божье благословение, утверждение через практику умножает познание Христа и вознаграждает. Наконец, последнее утверждение через наше обновление. Нам необходимо всегда обновляться. Да, не как в компьютере, надо программу обновлять. Так же и нам нужно обновлять свою жизнь. Обновление делает человека зрячим. Петр говорит, а в ком нет всего, кто не практикует, кто не растет в познании Христа, кто не знает его лучше, чем вчера его знал, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов. Если нет плодов, то не надо винить друга, соседа, брата, маму, папу, детей или жизненные обстоятельства. Не надо никого винить, если нет плодов в жизни. В этом мы сами виноваты. Может быть, ты настолько увлекся собой, своими проблемами и тем, как устроить себя, что твои глаза видят только тебя, твои проблемы и то, как ты должен их решить. И не видишь Христа.
Человек, который не практикует Божье Слово в своей жизни, написано, что он закрыл свои глаза. В ком нет всего. Тот слеп, Петр говорит, тот слеп закрыл глаза. Он забыл самое важное. Он забыл об очищении прежних своих грехов. Когда мы были детьми, мы часто играли в такую игру. Все садились в круг, и одному человеку завязывали шарфом глаза в центре. И он должен был назвать две цифры, два человека должны были поменяться местами. И он должен был кого-то из них споймать. Кого ловит, тот становится на его место, он занимает место, которого споймали. И вот иногда была такая вот смешная ситуация. И все сидят, никто не двигается, но он мечется по кругу. И он, не знаю, кого-то там случайно ударит, кого-то толкнет, но никто не двигается. А ему кажется, что вокруг столько движения, и что все его обманывают, и что все его дурят, и что все меняются местами. А он... Проблема не во всех окружающих. Проблема в том, что у него глаза завязаны были. И он не знал, что происходит. Вот я смотрю на некоторых людей, а у них вот такая вот жизнь. Кого-то толкнул, кого-то ударил. Понимаете, да? Все вокруг плохо, меня обманывают, у меня все не так, и это, и это, и это, и это. А Петр говорит, ты забыл самое главное. Ты забыл, сколько Бог тебе простил. И я много раз убеждался в том, что все причины человеческих проблем заключаются в том, сколько человек хорошо помнит, сколько Бог ему простил. Какая цена была заплачена за его грехи. Человек, помнящий это, никогда не будет искать виноватых в своей жизни. Его надежда будет во Христе. Даже не в собственных силах. Аминь. Бог говорит, вспомни, вспомни о твоих грехах, которые были очищены. Когда-то такой церковь была в городе Лаодикия. Помните, Откровение 3 глава. Христос говорит, я знаю дела твои. Я знаю, что ты не холоден и не горячий. Если бы ты был холодным или горячим. Но ты теплый. Ты заявляешь, что ты им не являешься. Он говорит, поэтому я тебя извергну, я изблюю тебя. Я тошнит меня от тебя. Ты говоришь, что я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. А не знаешь, жалща и нищий, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видно была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Лаодикия славилась тем, что у них была какая-то мазь особая, и люди, у которых были проблемы с глазами, они приходили туда покупать эту мазь, и многим это помогало. И Христос говорит, ты считаешь, что ты видишь что-то, я тебе скажу, что ты слеп, ты ничего не видишь, но... Если ты у меня возьмешь мазь, ты что-то увидишь. Обновление делает человека сильным. Посему, братья, более-более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Вы знаете, что делает мудрый тренер всегда? После матча он заставляет команду просмотреть матч, который они только что играли. Чтобы они видели свои ошибки. Чтобы они больше их не повторяли. Чтобы они больше не притыкались. Нам нужно смотреть на то, что Бог делает в нашей жизни. И делать свое звание, то, к чему Бог призвал нас, утверждать его, для того, чтобы мы не спотыкались. Бог обновляет, и Бог дает силы. И последнее, Бог гарантирует вечность. Обновление гарантирует нам вечность. То есть мы живем, и мы имеем гарантию, мы имеем в себе уверенность. И вот так откроется вам свободный вход. Вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Человек будет жить, не боясь умереть. Человек будет жить, зная, что его ожидает Господь. Человек будет жить, имея твердую уверенность, что Бог его примет. Будь утвержденным христианином, не будь шатким. Познание Христа должно умножаться. Практика христианской жизни тоже должна умножаться. И обновление нашей христианской жизни должно продолжаться. Каждый день. Пусть Бог нас всех благословит.